Так, ребята, пришел живца половить. Вот такие вот маленький крючочек. Сейчас покажу. Вот так вот. Такий крючочок. Мені пусенький. Берем тісто или червяки. Ну, лучше всего тісто. Сейчас мы закинем нашего живца в баклажечку, чтобы он уже себе там плавал. И все. Вот так вот. Можно даже его помыть, чтобы такие чистенькие были. И кидаем туда. Сейчас поедем на щуку. Вот там вот они плавают у меня. Баклажки. И все, сейчас закинем, еще пару штук поймаю. И можно ехать на щуку. Вот такой вот красивый водоем. Сейчас берем тесто. Манипусненький кусочек. Невелика глубина. Вот такой кусочек теста. Опа. Так. Вот такой кусочек теста с крючочком. Закинули. Сейчас трохи почекаем и буде поклювка. Трохи дальше закинул. Уже есть поклевочка. Сильно рано. Сейчас заново перезакинем.
Такий живець. Красавець. Так, робимо глибину сантиметрів 30-40. На тісто. Sitten se on katkeseen, jos se vaihtelee. Ja toivon, että meitä on pleiskannut sitä. Niin, joo.